Привет, что делаешь? Не видишь? Увидишь сегодня день рождения. Вот я и составляю график конкурсов. Да. Ты же говорила, что вы меняете аниматором. Ну да, говорила. И этот аниматор я. Так. Мама должна прийти и сказать, когда мне будет переодеваться. Алина, давай переодевайся, гости уже собрались. Все ждут. Я пока включу музыку, чтобы они отстали. Давай быстрее. Ясно, понятно. Так тебе помочь? Ага, желать. Итак, кого мы будем переодеваться? Ты будешь ржать. Короче, час спустя. Ну, в смысле час? Для них это час, а на самом деле это было 5 минут. Я в курсе, что ты скажешь. Так, знаешь, и так попробуй ржать. А что я? Я ничего, видишь, я не смеюсь. Видишь, я не смеюсь, я не смеюсь. Ты там готова? Уже все готово. Лук твой я к тебе сейчас занесу. Давай быстрее, там уже все собрались. Все только тебя ждут. Давай, я тебя тоже жду. Хорошо, мам. Послушай, тебе идет парик. Ага, спасибо за комплимент. Тем временем в комнате, в которой ты все находилась. Я говорю вам, она придет. Послушай, она не придет. Это детские выдумки. А вот и неправда. Давайте так, мы ее подождем немножко, а потом там проверим. Детки, не волнуйтесь, да. Мерида сейчас придет. Мерида сейчас придет. Ну, удачи тебе, я подойду чуть-чуть попозже. Ага. О, здрасте, а ты что здесь забыла? Пришла посмеяться? Ну, с тебя. Ха-ха-ха, очень смешно, вообще-то это должна была ты. Я тебе это делала по дружбе. Да. Если дружбой можно назвать что? То, что ты это делала под угрозой. То, что я тебя сделала мужиком. Так нечестно. На войне все средства хороши. Давай быстрее, дети скоро себя там посъедают друг друга. Эй, детки. Встречайте Мериду. У них эта вечеринка. Ну что, как ты? Не видишь? Я задумалась. И при чем здесь вечная? Понимаешь, мне надо снимать сериал «Элементы надежды». А я все никак оторваться не могу от артов, и мне надо их уже как бы снять. Я даже не понимаю, что. Не знаю, что. Так возьми наглядный пример с реальных мультиков. Я думала, он тебе пойдет прок. И вот некоторые мои одноклассники, которые меня смотрят, они уже тоже говорят, чтобы я пилила видосы. И да, я не могу просто взять с настоящего мультика. Потому что получается, что я его сплагиачу. Слушай, ты не могла бы слезть оттуда? Когда я так висю, ко мне кровь в голове приливает. Ну, если висю, то ладно. Но это не изменяет мои проблемы. Чем мне снимать? Ну, знаешь, в субботу можешь снять именно твой сериал «Элементы надежды». А что там снимать? Ну, не знаю, придумай что-нибудь. Ты же у нас все-таки мисс совершенство. И почему ты просто не можешь взять и придумать новую тему для сериала? Ага, ты его хотя бы смотришь? Я...
Я, понимаешь ли, ты его не смотришь. Знаешь что? Мне тоже самое редко за компьютер пускают. Если тебя могут пускать каждый день, то меня не каждый день пускают. И я не веду своего канала. Во-первых, не плюся. Во-вторых, Ира у тебя ведет канал, который часто тебя надоедает, чтобы ты там помогла одним словом. Да. И ты же не смотришь все равно. Ну и жду, что я не смотрю. Могла бы хоть поддержать. То здесь как-то твой энтузиазм не очень. Ну ладно, не кипятись, и мне надоело так висеть, сейчас я слезу. Ну ладно. И теперь что будем делать? А что у меня спрашивать? Да ты же вроде как хотела со своей злой сторонкой меня познакомить. А, точно, я же совсем забыла, у меня же появилась злая сторона. Эй, Каспир, иди сюда. Вопрос, скажи, что тебе от меня надо? Ого, она не похожа на тебя. У тебя совсем другая прическа. А? О? Ты все-таки пришла? Ага, как можно не прийти на твои вопли? То есть ты я злая сторона? Да. Меня зовут Каспир. Странное однако имя. Я в курсе. И кто мне его только придумал? Ну ладно, Каспир, перестань бредничать. Давай уже... Я не знаю, что делать. Кстати, о чем займемся? Я не в курсе, у тебя надо спрашивать. Не, ну реально, вы не похожи друг на друга. Не, ну я понимаю, если у тебя... Там, например, там волосы темнее или там цвет кожи. Правда, я понять не могу, почему у вас не одинаковый прическа. И вообще, вы обе как-то не похожи друг на друга. А почему мы должны были быть похожи? Действительно. Слушай, Каспер, а ты не заметишь на старта? А? Ладно, это последний раз. Я делаю тебе услуги большие, ты это не замечаешь? Но-но, я только сегодня с тобой познакомилась. Хотя ладно, пошли в тартар. Все равно у вас голоса не такие. Ну а какие ты хотел, чтобы у нас были голоса? Ну вот, получается, мы пришли в этот тартар. Ну слушайте, садитесь, я вам будущую историю рассказываю. А про что история? Кстати, ты мне тоже историю не рассказывала. Кстати, а какую историю? Ну блин, почему вам? Про Зимбони все объяснять надо. Ну ладно, уже хватит редничать, садись и давай рассказывай. Ладно. Все равно, мне кажется, это немножечко странно. Ну ладно, в принципе, слушайте. Ну, слушайте, короче. Жила одна пони. Она была одинока. И она была вынуждена бродить просто лесами. И вот один раз, когда она бродила, она услышала стоны пожара. Ну, ясное дело, пришлось бежать и помогать. Она храбро ворвалась в этот дом, но взамен у нее выгорели волосы. Она очень долго шла. И только сейчас остановилась. В темном мрачном лесу, в котором не было никого. Ее копыта замерзли, она практически не чувствовала копыт. И вот она услышала крики медведя. Пришлось убегать. И когда она бежала, она очень сильно споткнулась. И поскольку снег был скользкий, она проскользила очень быстро. Но медведь ее догнал, и у нее она лишилась кикиморки. Храбрая тоже защищаясь ноги, она очень устала. У нее на боку появилось 3 царапины. Рано, что царапина, что была посередине, ее пришлось зашивать. И когда уже вышло солнце, казалось, что хуже быть не может, ее ослепило. Ее солнце очень сильно ослепило. И получается, ее зрачки выгорели. Она ничего не могла видеть, вообще ничего. И было очень-очень жалко. И так один раз она себе подумала, нельзя уже так терпеть. Просто нельзя. И она, получается, потихоньку начала взлетать. Ее кожа начала становиться темнее. Волосы начали удлиняться, заплетаться в косы. Тем временем она становилась еще темнее. У нее заострили зубы и искорежился рог. А из глаз начала дымиться штука, как у сомбры. Когда она приземлилась, она успокоилась и решила, что всем всегда будет мстить. Да, и потом она успокоилась, смирилась со всем и стала доброй. Ну, то есть я, да. Вот это так история. Я не поняла, что тут происходит.